жми на старт, жми, 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 давай, давай. Иди из частности подмогатные тайны, узнаем. О, ништяк, все работает, чем мы по-быренькому быстренько все найдем. Слышь, Масян, я тут пока буду ковыряться в инфе, может ты сделаешь что-нибудь пожрать такое, сварганишь оперативненько, а? Пожалуйста, а то сейчас помру прямо здесь. Тебе только жрать, охлоед. Ладно, сейчас что-нибудь сварганю. Надеюсь, ты найдешь что-нибудь приличное и не вонючее. И это, кота накорми там, плиз. Молока ему, брызни. О! Нашему молодому бугаю без мяса яичница не пойдет. Надо что-нибудь там напхать пожирнее. Даже и не думай. Ты гляди-ка, не кончился еще стратегический. Не, ну руками-то горячую яичницу хватай. Это же совсем над придурком быть. Из этого не выйдет, точно.
Не, без этого, я думаю, лучше обойдемся, перетопчемся как-нибудь. Масянь, ну отвали, не отвлекай, я же работаю, ёлп. Работай! На, вот перекуси, работничек, а то и правда, глядишь, подохнешь. Ммм, вкуснотища, ну спасибо тебе, громадно-огромное. А, ну-ну, видел я эти книжки, давай дальше. О, это уже... Ну-ну-ну, так вот, и в одной из этих командировок он и пропал. Как это пропал? Что значит пропал? Ну пропал, значит пропал, без вести пропал. Как обычные люди пропадают, так он пропал, ну пропал и пропал. Хотя известный ученый был, что называется, с мировым именем. Крындель, давай собирай свои манатки и дуй к лохматому! Приступаем к выполнению плана XX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 
Ну чё, мужики, раз у нас есть такая замечательная старинная карта, значит, пора нам клад искать. Не знаю, по-моему, это лабудаша какая-то. Да, я чё-то тоже сомневаюсь как-то. Вот, например, начинает откуда вообще, непонятно. Чё так паритесь? По-моему, всё просто. Нужно просто вернуться в этот особняк, блин, где мы её нашли, и там поискать какие-нибудь зацепки. Вернуться куда? В особняк вернуться! Опять? Не-не-не, никогда, ни за что, не-не-не. Ну вы даете, мужики называется, ушам своим не верю. Вы что, меня такую нежную девицу одну отправите? В это логово? Офигеть, ну мужики пошли, блин. Офигеть. Ну и ну вас, салаги сопливые, блин. Разберусь сама, доберусь до сути. До сути. Хе-хе, без всяких козлов. Юного химика. Пока он мне нафиг не нужен, я пока больше ничего взрывать не собираюсь, но если понадобится, я уже знаю, где его найти. Ручки нету, ну бардак, все словно... Господи, вот вандалы-то, картину сперли. Ой, да никто и не сомневался, что тут все заперто здесь. Ключ бы вытолкнуть, блядь. Ну, чего тут у нас? Или кто тут у нас? Ведь кто-то же запер дверь за... Конечно, друг молодежи, но если молодежь, блин, ноги переломает, то это, по-моему, нифига не прикольно будет. Темнота, она, конечно, друг молодежи. Темнота, она, конечно... Так, приплыли матросы. Электричество закончилось.
что если еще включатель там включенный, то меня так... Закрыто? Ну это как-то совсем подозрительно. Блин, да тут все заржавело! Кинза-дза какая-то! Масленка нужна! Вау, крутняк! Жаль только, что мне как-то поздновато такое уже играть. Это типа спят усталые игрушки, петрушки, погремушки. Хе-хе, ваш попугай спит. Нет, он дохлый. По-моему, тут явно...
Некая тут в прошлый раз была, тут такое было прям физическое шоу по этой картинке. Ну, сейчас этого не надо уже, да и не с чего уже все это делать. Некая тут в прошлый раз была тут... Вроде все правильно, но что-то нифига не работает. Что-то тут не так. Прикручено. Как мне эти шурупы пальцами, что ли, зубами выдергать? Наверняка тут что-нибудь по... Как я эту фигню руку...